сказал, из машины не вылезать. Быстрее! Бегом, 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 бегом! Стой, стрелять буду! Извините, Гаврил Петрович, не успели. Какой-то беспокойный поселок. Второй ЧП за день. Убегал с ним. Да капец, еще и со стрельбой. Валить надо отсюда. Я слышал, что скоро в Сиреньке новый набор будет. Может, там публика поприличнее окажется. Я же тебя просил! Я же просил тебя! Да если б я не отвлекла Пирогова, он бы тебя пристрелил! Тысячи чертей! Когда это гвардейцам кардинала удавалось взять верх над мушкетерами короля? Ну, в нашем случае королевы. А если бы он начал стрелять в тебя? Ой, да все целые, слава богу. Ну что, что-нибудь интересное удалось обнаружить? Ну, как сказать, как сказать. Нет, ну, документов Березкина, конечно, не нашел, но зато... Зато я видел кредитный договор Пирогова на очень крупную сумму. А, то есть ты думаешь, он собирался выкупить участки у Березкина в Сиреньках? В Сиреньках, да, возможно, возможно. Ага. Геннадий Андреевич. Жанна Эдуардовна. Геннадий Андреевич, да вы прямо к открытию. У меня целый пакет документов хотел бы вовремя оформить. Не волнуйтесь, сейчас быстренько все оформим. Прошу. Вы уверены, что с вами все в порядке? Все, спасибо большое. Я не поеду в больницу, потому что у меня всего три синяка, все нормально. Тогда вам надо подписать отказ. Конечно, подпишу. Здесь? Угу. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Жанка, может, лучше поехать, а? Кать, ничего не лучше. В больнице меня точно найдут и прикончат. Господи, девочки, я ведь чудом осталась жива. Меня спас мой клиент. Я ему открыла дверь, отшагнула в сторону. И вот вся эта взрывная волна, она прям на него. Но, говорят, с ним тоже все в порядке будет. Ужас. Ужас просто. Что говорят эксперты? Взрыв небольшой, но со вкусом. Нет конторы Жанны Ташьян. И самой Жанны Ташьян нет. А бандиты залезли там, в приемное, в окно. Надо уходить отсюда. А да. Куда? Меня все равно рано или поздно найдут. Глупости, Жанка. Надо разобраться. Жанна. Кому надо тебя убить? Наверное, не Пирогова. У тебя же нет на него никакого компромата. Нет. А может, это Березкин? Ой, Кать, не смеши меня. Ну, а или начбес этот Пёсьев. Противный тип, кстати, как я поняла. Ну, он обещал устроить не ад. Но, с другой стороны, в ад он меня пока не обещал отправить. Так, это все надо обсудить с Ирушкиным. Угу. Он рано утром поехал навстречу, но скоро освободится. Да. Жанка, а ты чего так рано в офис приехала?
У тебя что, бессонница? Ты же раньше 11 не появляешься. Ну, это все секретарша моя Ленка. Она вчера нахамила мне и уволилась. Понимаешь? А документы мне же нужно кому-то готовить. Вот я и пришла. Хотя, с другой стороны, ну хорошо, что она уволилась. Иначе ее не было бы уже. Это у вас на работе, что ли? Да. Ленок. Ленок, ты хоть объясни, что стряслось? Потом, все потом, ладно? Леночка, ну что ж ты такое делаешь-то? Вот сволочь, а. Вот тебе и шоколад. Лена, успокойся. Тише, куда ты собираешься? Я не знаю. Куда? Леночка, успокойся. Лена, тихо. Я тебя очень прошу. Я прошу тебя, никого не впускай, никому ничего не говори. Никому. Тихо, тихо, спокойно. Пожалуйста, спокойно. Все, я позвоню. Хорошо, пожалуйста. Лена. Все, я тебя обнимаю, хорошо? Пошел. Пожалуйста, Лена. Лена! Сейчас на месте происшествия работает полиция и следственная группа. Причины произошедшего выясняются. Анна Пуговкина, Дмитрий Золотов, место происшествия. Здорово. Который час, а? А? Ух ты. Выспался? Ага, надо ехать срочно. Собираться ехать. Куда ехать-то? В Сереньке. Под топор или под бульдозер? А ты в курсе? Девку, которая украла документы у Ташьян, убили. А саму Ташьян взорвали. Пытались взорвать. Ты откуда знаешь? По телевизору сказали. Да все нормально, она жива. Ты понимаешь, что этот Пирогов ни перед чем не остановится? А ты ему вчера снежки в окно бросал. Поэтому сиди здесь и пей кофе. Не, я лучше водички. Герой. Потихонечку, потихонечку. Да нет, что? Мне уже легче. Да. Держись. Спасибо. Ага. Все нормально, друзья. Все нормально. Спасибо. Спасибо. Жан! Жанна! Ты цела? Боренька, ты жив? Предатель. Любимая, почему я предатель? Послушай, сколько раз я тебе звонила, ты ни разу не взял трубку. Но я же сказал, что я с друзьями на лыжах. Ха. Но обиделся на тебя, отключил телефон, а сегодня услышал по радио про взрыв. Выскочил на шоссе и поймал машину. Вот. В чем был. Звонил тебе. А у нее телефон разбился. Угу. Ты продал меня Пирогову. Какому Пирогову? Да кто это вообще? Почему продал? Да, да что в конце концов с тобой? Что у тебя с лицом? Ты ранена? Тебе отойди больно? От так, меня. Секундочку. Борис, можно? Можно тебя? Борь. Что? Ты вчера из дома на работу уезжал на большой черной машине. Кто тебя подвозил? Лёшка. Лёшка. Он меня и пригласил на лыжах покататься. И у него черный внедорожник. Понятно. Тогда как ты объяснишь, что в твоей квартире кто-то производил обыск? У меня? Да, у тебя. Обыск? Вы что, были у меня дома? Да, мы были у тебя дома, потому что мы волновались, куда ты пропал. Поэтому и были дома. Я зашел, а там просто полный раскардаш. Так это я? Что ты? Ботинки лыжные искал. Закинул их куда-то. Так, а кто тогда украл мои ключи от ячейки в банке, а? Ой, да кто-кто? Секретарша, это ж очевидно. Ее и хотели взорвать, чтобы убрать лишнего свидетеля. Только она уволилась раньше. А на Бориса никакого покушения не было. С Пироговым он дел не имел, это ясно. Так что все сходится. То есть я правильно понял, что ты подозревала меня в краже? А что мне было думать? Так, если ты такого обо мне мнения... Боря... Так, я требую... Очные ставки с этим вашим Пироговым немедленно! А давай-ка лучше устроим очную ставку тебе и Лене. Наверняка она что-нибудь расскажет. Она ж тебя обожает. Жалко, знаешь, что только она. Хорошо. Поехали.
Поедем, обязательно поедем. Это хорошая идея. Только Жанна никуда не поедет. Мало ли кто там у нее ошивается возле дома. Да. Хорошо. А поедем мы с тобой, Борь, понял? Поехали. Ну вот и поехали. Жан. Жанка, ну что ты как собака на сене? Зачем ты так с ним? Кать. Девочки, поехали сами к Пирогову. По пути тебе купим новый мобильный. Угу. Отличная точно. Идея. Отлично. Теперь осталось скачать всю телефонную базу с компьютера. Слушайте, ничего, что мы туда с Яшей? Ну что делать-то? Я к Жанке из парка прям рванула. А сейчас домой его везти, это мы целый час потеряем. Ну да. Не знаю, мне кажется, это вообще как-то опасно. Идти прямо в пасть к Пирогову. Он же вчера чуть Ивушку на меня застрелил. Ты думаешь, он у себя в офисе с ружьем сидит? Да ты не переживай. Нас Яша защитит. Ну да, ну да. Трое в лифте, не считая собаки. Кого вам нужно? Лена! Ее нет. Мы от Жанны Ташьян. Откройте, пожалуйста. Наташьян, совершено нападение. Нам надо поговорить с вашей дочерью. Ой, мы видели в новостях, так испугались. Угу. Кошмар, слава богу, что она жива осталась. Так ваша дочь где? Леночка. Так она, как увидела новости, собрала вещи в сумку и умчалась. А куда она собралась? Не сказала. Обещала перезвонить. Что случилось? Вообще вчера приходит, говорит, уволилась. И ничего, веселая такая была. Говорит, не волнуйся, мама, вот теперь все будет в шоколаде. В шоколаде? Что это значит? Я не поняла. Так, знаете, если она вам перезвонит, вы обязательно скажите, что я приходил, и чтобы она срочно со мной связалась. Меня зовут Борис, только я могу ей помочь. У нее точно есть мой номер телефона. Вы запомнили? Пошли, пошли, пошли. Пошли. Да, вот так ей передайте. Борис! Здесь никого нет. Здрасте. Здравствуйте. Так, подождите, я не понял. А вас кто сюда пустил, да еще и с собакой? Скажите спасибо, что с собакой, а не с полицией. Вы думаете, вам все сойдет с рук? Офис мы взорвали, певицу убили, документы украли. Тихо, тихо, тихо. Что такое несете? Что это бред? Видите ли, так получается, что разорение Березкина выгодно только вам. Да. А, я все понял. И значит, Березкин вас сюда подослал. Вот идиот. Вчера ломился ко мне пьянющий Алмаз. Ночью грабителей подослал. Сегодня вас с собакой. Что происходит? Вы можете мне объяснить? Давайте интеллектуальный уровень Березкина обсудим в другой раз. Вы же не станете отрицать, что он ваш конкурент. Вы тоже хотели купить участки в Сиреньках. Кто конкурент? Березкин? Да курам насмех. Да. Кстати, о курах. А точнее, о гусях. А каких гусях? Скажите, вообще нормальные? Ну подумайте, кому сейчас из-за каких-то сиреней кого-то убивать надо? Моя фирма – это монстр на рынке. И с детьми тягаться я не собираюсь, это даже смешно. Ну хотела купить участок в Сиреньках, ну не купил, да и черт с ним. Таких участков по области, 100 рублей пучок. У меня, между прочим, с финансами все в порядке, в отличие от Березкина. То есть вам не хотелось отомстить за то, что он у вас из-под носа увел участки? Я вас умоляю. Фирма Антона развалится и без меня. Потому что из Антона такой же бизнесмен, как из меня Кармен. Вот Березкин старший, вот это был мастодонт. И то последнее время сдал. Слушайте, добивать Антона, это себя не уважать, даже не серьезно. Как-то у вас все гладко получается. Да у вас не очень гладко получилось. Прибежали здесь с какими-то дурацкими обвинениями. Между прочим, я уже купил себе отличный участок. Сейчас документы покажу. Вот, пожалуйста. Благодарю. Участок Вагеева. Между прочим, покруче, чем даже этот, ваши сиреньки. И для строительства там я уже взял себе большой кредит. А что у вас с глазом? Вас что, побили? Я стукнулся. Сам. Ну, допустим. Допустим, вы ни при чем. Тогда кто все это устроил? Кому это, кроме вас, могло быть выгодно? Не знаю.
Ну, наверное, выгодно тому, кто хотел бы эту разорившуюся фирму «Березками» купить по дешевке. Это же так просто. А что за женщина, которая вам вчера звонила, и вы так стремительно вечером уехали из офиса? Значит, девушки, вы мне обещали прийти сюда с полицией? Да, обещали. Вот с ними я на эту тему буду разговаривать. Господи, где можно найти нормальную секретаршу, чтобы не болтала про тебя направо и налево? Да, с нормальными секретаршами нынче туговато. Ничего себе. Сказали рядок деревьев снять, а тут вон, а, целый лес. Да тут работа на целую бригаду. Да сколько мы провозимся? Экономят гады, как всегда. Сейчас бульдозер приедет, тогда и начнем. Бульдозер? Все расчистим. Эй, ребята, стойте! А? Стойте, стойте, стойте. Это какой такой бульдозер? Вы вообще чего здесь делаете? Че-че, вырубать будем. Че вырубать? Наш лес вырубать? Так, а кто вам разрешил? А кто надо, тот и разрешил. Да успокойтесь, мамаша, вот все постановления на руках. Ах, он подлец, а? Так вот о чем девки-то вчера говорили. А? Наш а лес! Сейчас, я сейчас соберу людей-то, он у нас получит, гад! Вот это, кстати, машина Пирогова. С да? Чего ты взяла? Разглядела, когда вчера снежками кидалась. А-а-а. Интересно. Так, сейчас. Чу-чу. Так вот, кто во всем оказывается виноват. Не понял. Это как-то вы нашего Гаврилу возите, что он потом с фонарями ходит. Говорит, вот вчера в машине ударился. Да. Вчера? Это не ко мне. Босс меня вчера отпустил. Сам катался, сам ударялся. Ну, мы так и думали. А, Гаврила, озорник, а? Да, главное, врет нам своим старым друзьям. Мы его вообще как облупленного знаем. Да ладно, ну не знал человек. Зинуля сама не знала, что муж из Тулы так рано вернется. Из Тулы? Так поди, не Япония. Надо ж думать. Интересно, что он в этой Зине-то нашел, а? Аппетитная. Все понятно. Значит, женщина, которая срочно вызвала к себе Пирогова, это... Это неверная Зина, а не покойная Мокина. Да. Да, значит, Пирогов ни при чем. Тогда кто? Слушайте, а не стоит ли за этим всем Пёсьев? Почему он за этим Антоном столько лет тень уходит? Зачем ему это надо? Да и в бизнесе он за годы уже поднаторел как-то. Да, да. Ангелина, это одноклассница Березкина, сказала, что Пёсьев уговорил Антона создать свой бизнес, чтобы быть, ну, отдельно от отца. Да? Его раздражало то, что он зависит от отца, и поэтому он хотел разорить фирму, ну, и стать у руля. А что, вполне себе реальная версия, Ир. Да. И Березкина он при себе держит и его не отпускает. Да. Он такой огромный мужик и еще на черной машине так. Ездит. Я звоню Сереже, поедем к этому Пёсьеву и прижмем его. Ага. Как-то я побаиваюсь Пёсьева и не хочу к нему ехать. Хорошо, поезжай к Ангелине, расспроси, может, она что-то еще расскажет, что-то знает. Хорошо, смогу, поеду. На, Яшу. Все, пока. Яша, пока. Пока. Жан, береги себя! Да. Может, я тут выйду, пешком дойду. С лыжами, в ботинках. Ты и так еле ходишь. Слушай, хватит ломаться, как девица. Поехали к Жене. Ты ей сейчас очень нужен. Хотя она тебе никогда об этом не скажет. Да просто она меня не любит. Просто еще молодой. Да, Ириш? Березкина? Ну, давай, мы тебя сейчас подхватим. Угу. Слушай, а поехали с нами к Березкину, а? Нам сейчас может пригодиться толковый адвокат. Поехали? Ну ладно, поехали. Да не к нам вопросы, мамаша! У нас наряд! А я скажу, куда тебе этот наряд? Окаянный! Граждане дорогие, у меня время – деньги. Вы мне будете за простой платить. Я сюда валить приехал, а не стоять. Вот и вали отсюда! Лес рубить мы не дадим! Ну, что вы тут устроили, а? Вот он, подлец, а? Нарисовался! Ты нам за все ответишь, гад! Милый, вы что вытворяете, а? Че, ты звонил председателю?
Ну, что сказал? Упирается, сволочь. Говорит, уже бульдозер пришел. Ладно, не вешай нос, придумаем чего-нибудь. Чего тут придумать? Я уже все решил. Надо брать деньги у Гели. Другого выхода нет. У Гели? Ты чего, с ума сошел? Нет вариантов. От мамы, а? Все-таки добилась своего. Ой, Бор, все нормально? Вышник. Нормально. А? Ты оставайся лучше здесь, посторожи периметр. Слушай. Да. Ну, конечно, в лыжных ботинках неудобно же. Я слушаю вас. Майор Ивушкин, отдел расследования. Пару вопросов откройте, пожалуйста. Кто это? Я не знаю. Добрый день. Добрый день. Здрасте. Мы по делу о взрыве. А, да-да, я видел по телевизору. А зачем вы ко мне? А мы, собственно, не к вам. Это к тебе. Не понял. А, господин Пёсев, тут такое дело. Гаврила Пирогов весьма убедительно доказал, что к хищению документов и убийству Василисы Мокиной не причастен. Тем более у него есть алиби на время убийства. У меня тоже есть алиби. Толик вчера весь день был со мной. Да? А куда вы отлучались, когда оставили господина Березкина одного в баре? Я ездил домой, я забыл документы на машину. Ну и, конечно, есть человек, который может это подтвердить, да? Кроме того, у вас тоже большая черная машина, как у того высокого крепкого парня, который убил Василису Мокину. По свидетельским показаниям. А еще мы навели справки и узнали, что вы служили в инженерно-саперных войсках, так? Да, совершенно верно. Ну, выходит, что вам ничего не стоило взорвать контору. Вы что, больные, что ли? Зачем мне убивать людей? Зачем мне подставлять Антоху? Ну как? Чтобы выкупить по дешевке его компанию. Да? Так? По дешевке купить? Так, слушайте, это уже что-то... Мы с детства с Толиком друзья. Ладно, нам бы хотелось осмотреть вашу машину. Да. Что? Для чего? Толик, покажи машину. Достала уже эта канитель. Когда уж закончится? Демонстрацию устраивать, что ли, может? А, спасибо. Ну, пожалуйста. Милые мои, ну что вы творяете, а? А ты молчи, предатель. Расстрелять бы тебя. А я ж тебе говорю, не мог я по-другому. Ну, отойдите. Прошу вас. Ну, не давить же вас. Ну, подумаешь, лес. Вырастим новый. Да мы помрем тут все, пока он вырастет. А ты, Михалыч, всем нам душу наплевал. Да убить они меня хотели! Повесить вон, как Пал Палыча! Ага, конечно. Я бы и сам так тебя повесил. Так, ага. Все, с меня хватит. Я вызываю милицию. Эту, полицию! Они сейчас вас быстро отсюда погонят. Давай, звони, а еще за хулиганство 15 суток дадут. Ага. Эх, председатель, давай. А мы тебе так доверяли. Испугались. Угощайтесь.
Спасибо. Пожалуйста. Я, собственно, приехала узнать про Пёсева. Вы сказали, что он вас с Антоном разлучил? Да. А потом как Цербер рядом стоял. Близко меня не подпускал. Тупица. Где бы он был, если бы не Антон? Максимум охранником бы на складе, наверное, работал. Да-да. А как вы думаете, мог ли Пёсев решить отобрать у Антона бизнес? Ну, чтобы затем возглавить его. Да. Вообще мог. Попробуем взять отпечатки в машине Пёсева. Так без полиции отпечатки не будут приняты в качестве улики. Если что-нибудь найдем, вызовем полицию. Ага. А ты вообще помалкивай. Слушаюсь. Так, попрошу всех от машины отойти, ничего руками не трогать. А ты что, правда умеешь отпечатки пальцев снимать? Ну, конечно, он же Д'Артаньян, он все умеет. Вообще-то я в милиции работал. Так, а, пожалуйста, откройте багажник. Вы же попросили руками не трогать. Я сам открою. Так, Ирка, ничего не трогай, то отпечатки сотрешь. Я не думаю, что Мокина в багажнике ездила. Я пойду посмотрю, проверю. Давай, иди. Сережа, можем тебя на минуточку? Это еще что такое? Думаешь, это они? Точно. Вон, Березкин написано. Антон, ты все неправильно понял. Ах ты... Ты подонок. Да я тебе зуб даю, я тебе все зубы даю. Это не я, я ни при чем. Собственными руками растерзаю. Я... Ты... Алло. Тихо. Предатель! Алло. Жанка, пусти. Только не падай. Мы нашли документы. Катя, скажи Березкину, чтобы быстро ехал в Росреестр и регистрировал собственность. Да, поняла? Я сейчас подъеду и все завизирую. Ну все, давай, пока. Документы нашлись, они были в машине у Пёсева. Вот радость-то. Я должна срочно ехать. Теперь у Антоши все наладится. Конечно. Пойдемте, я вас провожу. Пойдемте. Ну послушайте, что за глупость? Какой резон мне документы в своей машине хранить? Ну это же очевидно. Ну да, логичнее было бы их уничтожить. Слышал, Антон? Отстань, предатель. Думаешь, подбросили? Похоже на то. Скажите, а что, Ангелина настойчиво предлагала свою финансовую помощь? И что? Да предлагала. Отец Антона ее на порог не пускал. А как он... Умер, она с цепи сорвалась. Все круги наматывает вокруг нас. Как будто медом у нас намазано. Тогда расклад такой. Если Антон разоряется, Анатолий дискредитируется в его глазах. Даже, может быть, в тюрьму попадет за кражу и убийство. Угу. Тогда вам, Антон, ничего не остается, как принять помощь Ангелины и попасть к ней в долговую зависимость. Так? Логично. Да, Антон? Правда? Ну, не знаю, может и так. Алло? Лена? Лена, вы где? Ладно, можете не отвечать. Послушайте, Лена, я вас не выдам. Только, пожалуйста, объясните, как все это вышло? Мне очень страшно. Я не хотела вам звонить. Мне мама сказала, что вы меня защитите, поэтому я и позвонила. Лена, я знаю. Послушайте. Поверьте, никто вас больше не тронет. Я обещаю. Расскажите нам. Кто это был? Мы поймаем его, вы вернетесь домой, к маме. Кто? Кто заплатил вам за ключ от ячейки? Это был такой здоровый мужчина на черной машине? Да нет! Я общалась с женщиной. Она хозяйка салона красоты «Шоколад». Она мне обещала 50 тысяч и 70% скидки на шоколадное обертывание пожизненно. А сама она подсунула
Бомбу! Всего хорошего. Спасибо. Ой. До свидания. Вот какой шоколад имелся в виду. Это салон Ангелины. Жанка трубку не берет. Надо ехать. Поехали. Поехали. Поехали с вами. Адрес у меня есть. Мы за вами едем. Нет, нет, поезжайте в Росреестр. Может, Жанка туда едет. Просто не слышит телефон. Слушай, что нам с ней теперь делать-то, а? На. Давай ее в машину затащим, за город вывезем. Там бросим. Она к себя придет и ничего не вспомнит. Это не вспомнит. Да мимо нее муха не пролетит. А что ты с ней тогда связалась-то с такой ушлой? Сам знаешь чего. Увидела эту певичку в ресторане. С ней просто одно лицо. План сам с собой сложился. Ничего. От той избавились, и с этой справимся. Хватит уже, а? Завязывать надо. У тебя совсем эта крыша потекла из-за этого твоего Березкина. Слушай, хорош трепаться. Почти все получилось. Не знаю, если эта дрянь очнется и поскачет в Росреестр документы визировать Антошины, тогда они запросто остановят вырубку леса. Не спорь со мной, надо ее валить. Здесь? Ага, здесь. Нет, в соседний супермаркет пойдем. Соображай. Я знаю, на Пёсева все свалим. Он при мне ей угрожал. Подбросим ему ее цацки, например. А с ней что тогда делать? На речку вывезем, засунем под лед. Весной всплывет. Красавица. Все. Полиция того. Подъезжает. Сейчас вас всех повяжут, мои хорошие. Зачем вам это надо? Трястись куда-то, в обезьяннике сидеть. Делать, что ли, нечего? Вот, человек понимает. А вы как дети малые. Но у всех же хозяйство. Дом. Снег вот, дорожки во дворе все позаметет за 15-то суток. Родные мои, ну отойдите, богом прошу. Никуда я не пойду, костьми лягу. Много ли там костей-то, дед? Ой, ну смотри. Много так что вы творите-то? Давай, Виш, ну давай. Вот, ну, давай. Побоюй. Давай, давай. Так, что здесь за Митин? Да, они наш лес хотят. Да, еще. Вот разберите. Вот. Правильно, конечно, здесь, значит, она еще тут. Вы идите внутрь. Я на всякий случай здание обойду. Синяков не набей, а то не поверишь, что сама утонула. Эй, стойте! Быстро в машину! Давай, давай, пожалуйста. Вообще ее уже убивать не надо. Тем более, вон за нами уже хвост. Не умничай, на дорогу лучше смотри. Их корыто там не проедет. Мы бабу выкинем, черта лысого они потом докажут.
Давайте. Серега, что, застряли? Что там? Что там? Черт, увязли. Выходите, толкать надо. Ой, не вовремя. Как не вовремя. Давай! Давай! Давай. Еще! Сейчас. Глубоко, ну, похоже, сели. Еще! Не выходит. Еще! Не выходит. Только больше увязли. Сейчас бы лыжи. Точно. Давай, толкай. Борь, да я так, фигурально. Они уходят. Борь, вызывайте полицию, я за ними. А полиция приедет сюда. Сережа, что делать? Откапываться. Ага, откапываться. Догоняйте. Мы за тобой. Ничего себе. Алло. Валя! Катя, это просто свинство. Ты меня никуда не отпускаешь, а сама целыми днями где-то носишься. Срочно звони в полицию! Мы в поселке... Веселино! Веселино! Тут Жанку убивают, но внедорожники увезли. С-001-ЕА! Срочно звони! А потом... Ира! А потом можешь ехать на все четыре стороны. Хоть в Африку, хоть в Антарктиду. Подожди! Какая Антарктида? Вы где вообще? Так, я сейчас же еду к вам. Черт. Давай скорее. Еле, но они же нас видели. Давай бросим ее и свалим. Не паникуй, они снегу сели. Тащи ее в реку. Давай, давай. Давай, давай, давай. Ну что ты, ну? Давай, сделай что-нибудь. Так что теперь, двоих что ли валить? Да хоть пятерых. Ай. Жанна! Еле! Их там целая шобла! Давай в машину, валим! Жанка! Кать, иди сюда! Грузимся в машину по одному. Веселее! Алло! А? Что еще раз? Да не слышно ничего! Сейчас! Мужики, заглуши пока! Мужики, да глуши! Алло, да, повторите. Отменяйте вырубку. Документы у меня. Сейчас сфотографирую, вам их вышлю. Это мой лес. Да, и можете больше ничего не бояться, те, кто вам угрожал. Поймали. Точно поймали? Выходит, я зря бригаду нанимал. Только деньги выкинул. Вы оплатите? Спасибо. Ну, что еще сказать? Ага, спасибо. Мужики, отбой! Сворачивайте! Ну что, хулиганы, добились таки своего? Отстояли лесок-то? Ну, народ у нас! Упертый народ! Отстояли! Катя! Катя! Катюша! Господи! Валя! Ты в порядке? Вася, хорошо? Да. Ой, ну хорошо. Катя, Васька. Все решено. Я никуда в никакую Африку не еду. Бог с этими племенами. Пусть они остаются людоедами. У тебя и так вся жизнь простой криминал. Знаешь что? Всяко лучше, чем на собственной шкуре проверять, людоеды они или нет. Да, господи, Катюша. Жанна. Жанна. Вы целы? Да. Мне Ирина по телефону все рассказала. Не волнуйтесь, все хорошо. Вы извините, чуть жизни не лишились из-за меня. Антоша!
тебя все сделала. Слышишь? Мы должны быть вместе с тобой. Геля. Понимаешь? Антон, я выйду, мне плевать на эту тюрьму, плевать. Геля. Я все выдержу. Антон, мы должны быть вместе. Я вернусь, Геля, и мы как будем ты могла? Вместе. Я люблю тебя, Антон. Ей надо экспертизу психиатрическую провести. Она же явно не в себе. А я тебе говорил, только ты меня не слушал. Так, давай, завязывай. Пойдем. Давай, это давай. Что надо, вот это вот из-за любви? Извините. Это ж просто неприлично. Так, знаешь, ладно, поезжай. Куда? В Африку куда? Только, пожалуйста, береги себя и звони почаще, ладно, Валь? Откуда? Из... Вот это. Из шатра, что ли? Голубей шли. Или попугаев. А то он у нас здесь всех изведет. Точно. Ваши данные у нас есть. Мы пригласим вас дополнительно для дачи показаний. Из города прошу не выезжать. Хорошо. До свидания. Ладно. Борь. Прости меня, пожалуйста. Да это ты меня прости. Я такая дура была. Да это я дебил. Со своей ревностью измучил тебя совсем. Жанночка, давай больше никогда не ссориться. Давай. Вот он, настоящий Д'Артаньян. Да, хорошо, что мне такой не нужен. Мне бы Атоса. Да? Да, тоже смелого, но взрослого, мудрого. Где ж такого взять? Негде. Я последнего забрала.